Аюшки, всем я к вас, это Тень войны, и мы сегодня будем дальше проходить, идти вперед, чтобы научиться наконец-таки подчинять себе врагов и захватывать территорию. А то, честно говоря, это поднадоедает, что ты, блин, что-то вроде сражаешься, а все равно какая-то жопа происходит. Вон, музычка сразу заиграла. Так. Да-да. Finest crystal found in roughest Mordor. О, чувачок. Неуязвим к дистанционным атакам. Surprised the orcs didn't smash it just to hear the sound. Так, погоди, мы здесь не выйдем. Оп. Вот здесь выйдем. Вроде как. Еще у нас и Тильдин есть. Суча. Вон он. Я пока вот, честно, не вдупляю. Пока вот не вдупляю, как это... Так, по кругу. Вожу. О. Фуин. Не того. Немножко сосали. Ну ладно. Так. Давай ему тоже. Предупреждение. Вы отправили угрозу смерти, но не осуществили ее. Если отправите новую угрозу, старая будет отменена. А, то есть мы вот этих... Вот этим уже угр... А, я понял. Все. Властелин слизняков. Его можно мгновенно убить ядом. Прекрасно. Так, братишка. На тебе, братишка. Отдохни чутка. Рейнджер. Извините, дяди, тети. Я тут немножко пробегусь. Саурон's forces keep growing. The Gondorians will need to push deeper into Mordor. Ой, тут большой дядя. Извините. Я тут просто мимо. Я на экскурсию. Отстаньте от меня. Я тут на экскурсию. Mm.
Придурки. Так, хорошо. 400 футов. Я не добежал. Ой, взлетаем, взлетаем, взлетаем. Сетевая вендетта теперь доступна, да? Так. Вот, кстати, еще один у нас перец. Высший. Неуязвим к дистанционным атакам. Зараза такая, а? Ну, наверняка у него есть слабости. Тут никаких мух нет. Или тараканчиков. А, ну он сам дистанционщик, поэтому на него, естественно, такие атаки не действуют. Это интересно, что имеется в виду. Смотреть подсказку. Гениально. Извините, мне нужно немного стрел. Так, вот, походу, стоит товарищ. Это интересно, что? Что-то все происходит у них тут как-то все через жопу. Целых две. Ах ты, сука. Ах ты, падла. Так, ядовитый. Братишка, может, тебе не стоит? Yeah. Hit him like that!
Ай-яй-яй. Баляха. Сука. Побежали отсюда? Нахер вообще. Так. Не, ну в принципе можно того будет раздавить. Тогда будет только. У этого забрать жизнь немножко. Так как-то полегче стало. Так, хорошо. Там один на... Или даже может быть двое. Так. Много жизней не бывает. Бывает мало стрел. Вот он, походу, да? Высший. Да ну его нафиг. Ну-ка. Как вам тут? Окей. I serve the dark powers here. Так. And though you don't yet know it, in your own way, you do too. Снафл. Снафл, хуяфл. Тихо, братан. Окей. Эй, куда его? Собрался. Падла, ты ее бы дал, что ли? Ох ты, еблан. Блин, он сбежал, скотина такая. This mace is far older than what we usually find on the battlefield. I doubt the orc who stole it knew of its heritage. Так. Сразу сбежал, падла. Падла, сбежал. Кстати, я тут прокачал себе один самоцвет. Вот, до этого уровня. Ну вот у нас тут еще есть несколько.
самоцветы жизни. Так. У меня вот еще беленькая. А беленьких у меня не так много. Можно вот красную впихнуть сюда. Благо они... Их можно снимать и надевать вообще без проблем. А лучше здоровье увеличим себе. Кстати, у нас же какие-то есть. Вот 8 уровня, например, да? Здесь у нас что? Снаряжено заменить на... Вот этот жалко, нельзя продать. Так, тут у нас что? С мечами у нас... Так, это надо все попродавать, а то что-то до хера все. Этот у нас используется, это может продать, наверное. А нет, смотри. Еще нельзя, это, видимо, этот даренный меч. Так, здесь все понятно, здесь все понятно. Здесь. Опти. Опти. Так, а здесь у нас... Опти. Так, ну почти, кстати, деньжат хватит, чтобы открыть скоро кинжал, для кинжала руны. Так, куда этот упырь смотался? Вот он. Вот она, падла. А вот, кстати, интересно. Можно вот этого чувака попробовать убить. А чё, неплохо. Неплохой скилл-тест, так называем. Так, армия орков. Давай тогда сюда сначала. Смотаемся. Красота какая. Ну давай поднимайся, долбоящер. Нати. Полетел. Еще напридумал. Так, извините, ребят. Несколько не до вас. А, погоди, что тут этот? Тут же этот говник. Ой-ой-ой. Тут еще и этот здоровый хмырь. Кстати, неплохая идея. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Вот это сейчас один плевок. Тихо-тихо. Thank you.
ты, сука. Да, это было жестко. К этому я был не очень готов. Так, ладно, пошли сюда. Сейчас задание возьмем. Армия орков. Ну давай. Baranor. You can't have run out of orcs in the city. There are a few left, but we're hunting one in particular. The last bodyguard of the war chief leading the siege. Вожди очень могущественные орки, которых часто охраняют капитаны. Будет гораздо проще победить вождя, если сначала вы узнаете, кто его охраняет, а затем найдете и убьете этих охранников. В меню армии показано, какие капитаны охраняют вождя. Так, ну ладно. Вожди возглавляют армию орков в этой области. Выбрав вождя, вы сможете увидеть его телохранителей. Вам будет легче справиться с вождем, понятно. I think we're after the same orc, and the way to a war chief is through his bodyguards. You sound like you've had some experience in this. I've had enough. I'll follow your lead. Так. Так, тоже скрылся, типа. Давай по карте посмотрим. Звук, конечно, странный. Всего этого дела. Задание. Армия. Не туда зашел. Значит, нам надо вот этого, да? Шлепнуть, чтобы потом разобраться с этим. Че, всего три вождя? Даже странно. Приказ убить. Пока враги вас не заметили, можно приказать вашему союзнику или призванному телохранителю устранить ближайшую цель. Прицелитесь во врага, нажмите 2, чтобы приказать атаковать его. With regards from Gondor. Прекрасно. Join your fallen brothers. Look, there's been a murder. Eyes open. Let's find whoever did this. Гондорская мразь. Сформировали. Someone killed the assassin. He was alive when he was in his house.
For Gondor. Поник. Куда он уходит? Чё ты там его убиваешь, не? Короче, ладно. Сам разберусь. Скрытно так. Так скрытно, что даже незаметно. Шикарно. Ты ушак. Отлично. Давно мы с тобой не встречались, чувак. Сейчас мы с тобой и поговорим. Ах ты падла! Падла, ты заебал. Присел там посрать что-то. Персонаж, ты что-то охеревший, мальца. Эй, руну отдать. Сука. I almost feel sorry for the war chief we're hunting. He'll be lonely without his bodyguards. He'll join them soon enough. Вообще без палева. Так, задание выполнено. Получили еще одну руну зелененькую. Солдаты, присланные вам в подмогу, могут помочь убить вождей. Так, отлично. The war chief Baranor seeks is just one of many. And they will continue their attacks on Minas Ithil. Then our path is clear. We have to kill them all. And we'll need help from the Gondorians to do it. Так, открываем навык. У нас навыки появились новые. Так, дальний бой. Улучшенная разрывная стрела. Не так интересно. Призрак. Улучшение зазубренная кромка. Метательные кинжалы могут нанести критический урон. Хорошая тема, но пока не надо. Наездник на Карагоре. Вот это, кстати, неплохо, но я не вижу здесь открытых территорий, на которых прям было бы удачно. Вот в первой части было, а здесь такого я пока не вижу, поэтому я не думаю, что это необходимый навык. Так. Улучшение хуже смерти. Опозорив орка, вы значительно понижаете его уровень, а иногда и сводите его с ума.
Есть небольшая вероятность, что жертва станет сильнее и превратится в опасного маньяка. Улучшение обет жестокости. К угрозам смерти добавлена призовая задача. За ее выполнение вы получите дополнительную награду. Окей. Изуверство пока не интересно. Идеальная контратака. Вот, кстати, неплохо вот это дело. Так, заморозка на месте. Вот это хорошо от убегающих засранцев. А так я по большей части ничего не вижу. Мощный знак. Так, что там мощь, да, восстановится? Смертоносный удар, двойное усиление глифы. Так, теневой скиталец это у нас есть уже. Подчинение капитанов. Вот это мне интересно, когда мы сможем подчинять. Так, эльфийский свет. Не знаю, давай тогда вот это дело вкачаем. Потому что этого не хватает. Предмети. Отлично. Значит, сейчас мы вот это вытаскиваем. Вот это вытаскиваем. Заходим. Создаем новую. Вот она, улучшенная. И будем похищать здоровье чуть побольше. Так, хорошо. Точно такая же ситуация с этим. А, нет, это улучшенное, смотри-ка. О. Это вот так вот, хлобысть. Так. На 15. На 7,5. А сюда мы воткнем увеличение дополнительного опыта на 7,5, а тут на 5, да? Давай вот так вот. Нормально. Я надеюсь, что так будет нормально. А, кстати, у нас же меч новый появился. Погоди, мыши. Мы же что-то там получили. Во. Да. И чё? На 11%, если мы 10, больше 10 раз кого-то ударим. Не хочу этим заморачиваться. Не тот вариант. Так, хорошо. Что у нас по карте? Вот этого надо чпокнуть. Отсюда вот пойдем. Ну вот, сейчас попробуем отомстить, так сказать, за игрока. Насколько это вообще интересно и реально. Ух, нифига себе он прыгает. Оп. Кстати, тут у нас есть и Тильдин, так сказать. Которых всего 6, по-моему, здесь на этой карте. Немного веселья. Добавим этим гоблинам. Так. Just the wind, I suppose.
Знаете? Я, по-моему, уши грязные. Так. Что-то у меня получилось, но я не знаю, что это. Тихо, тихо, братан. Так. Футов. Да ладно, побежали. Тут пока, блин, дойдем. Зашибись вообще. Так. Так. Давай. Взлетай. Ух, ёшкин кот. Интересно, зеленая территория, что имеется в виду? Книга какая толстая. Интересно. Gondor's history. Triumph in one chapter, despair in the next. Concern yourself with the chapter yet unwritten. Так, снафу. Давай снафу поищем. А, ну вот он. Так, легкая мишень, вкусный для зверей. Прекрасно. А, ну, в принципе-то и ничего и не нужно. Осталось всего только... найти. Снафу. Бля, какой он противный. Something just moved over there. Полетай. Так, ну он там один шароебится, даже удивительно. Тихо. Да. Прыгнет назад, ку. Не сразу допрешь, на самом деле. И куда ты прыгнул, придурок? Так, мне нужны стрелы, чувак. Так, хорошо. Куда идем мы с пятачком? Большой, большой секрет. Пунь. О, вот это полет вообще. Это просто хороший способ перемещения, нежели атаки. Хотя атака тоже очень хороша. Но я говорю, что вот для перемещения
это вообще тема. Если отступает, стоять, падла. Ах ты, падла. Куда пошел, падла? Тоже мне. Значит, моего собрата. Игрока ты убил, а сам... Так, плащ следопыта. Так. Давай смотреть. Девятый уровень плюс 10. Так, время 10 проклятия на врагов увеличено на 69%. Восстановление здоровья при скрытном убийстве на 23 единицы. Это прекрасно. Мы вот так вот сделаем. А, руна не надо переставлять. Это вообще замечательно. Так, смотри, нам надо бы... Тихо. Нам надо бы... Открыть снарягу. Здесь вот. Отлично. Ну и оружие увеличение шанса получить со врагов, убитых. Вот так вот. Дебильная, конечно, руна, но... Для оружия. Но очень даже неплохо будет, если мы ее вставим. Продан. Иди, занимайся. Так, надо бы тут... Смеись ли? А чё чёрное это всё? А, загрузка. Сравнивайте фрагменты. I've come to enjoy the darkness. My brood has grown. They extend my reach to Mirkwood and beyond. They bring me gifts, as others have. In this way, I will be a shame. Я пока не вижу. А, во. Надо, видите, на 360 градусов было повернуть. На 180, точнее. She wishes an empire of her own. I sense she has had her fill of empire building. Так, плюс 200 вот этой фигни. Чувак, мы за тебя отомстили, я не помню, как тебя там звали. А, ну вот. Мы же убили ее только что, нет? Тристил. Ща, погоди. Значит, не отомстили. Сейчас найдем. Ну, какой-то там чмошник стоит. А, это как квест. Я понял. Ой. Мне уже нужен тройной прыжок. Так, давай. Сетевые вендетты. Войдите в мир другого игрока и выследите его убийцу. Успешно завершив сетевую вендетту, вы получите сундук с добычей за вендетту плюс военные трофеи. Ну давай попробуем. Так. Три убийства. Три убийства. Число убийств это что? Этот чувак убил троих? Или его три раза уже это завалили?
Так. Шли все условия вендетты. Ну, я надеюсь, чувак, у тебя мир нормальный. Уже очищенный, остался там всего один, и ты случайно чихнул и запоролся, ну... There shall be neither sound nor mercy here today. Так. Скрытно убить двух глашатаев. Так, приманиваем его. Минус один. Oh, how they love the darkness. Soon they will drown in my light. They can have as many friends as they want. We'll still slaughter them all. Скрытное убийство с краю, да? Folk need slicing. Something just moved over there. Понял. Скрытно убить глашатые. Глашатые, глашатые, это у нас... Вот эти, да? Вот эти... Пентюхи. А это, соответственно... Пуш-кримп. Его бесит сила, его бесит смертельные раны, звериное неистовство, его бесят трусы, его бесят драконы. Зашибись, ты просто прекрасен, чувак. Один. Давай, чувак, забирайся. Опа. Мародеров там. Нормально. Так, один из них там еще и разъяренный. Это великолепно. Как ощущения? Нормально? Его бесят раны. Ох ты, бедненький.
Not a chance, Glob. Братан, я отомщу за тебя. No, this won't be how I die. Презирающий смерть? Не, братан. Тихо-тихо. Let's see. Toy sword, fragile armor, weak man muscles. No, nothing I need to worry about. Слушай, хватит пиздить. Ну и все. Дозвезделся, блин. Вы совершили возмездие. Игрок 3 стил отомщен. Сундук получили. Получили, ё-моё. А за скрытое убийство мы получили еще белую руну. То есть все, теперь у нас красиво и хорошо. Отлично. За выполнение там туда-сюда. В общем, вот так. Ну что ж, давайте ящичек мы посмотрим с вами уже в следующий раз. Вот, а на этом мы закончим. Ну и посмотрим, что за навык мы можем сегодня, ну, завтра точнее, сможем прокачать. Всем пока!